Да, Ханине что-то хочется красивое сделать. Разукрашивать, писать буквы. Вдохновение для меня это, что я танцую. Это меня радует. Вдохновение это чего-то маме помочь. Мы любим с мамой вместе готовить. Курицу вместе с пиццей. Вдохновение это когда ты придумал что-то нарисовать. Это вдохновение. Ты что-то чувствуешь и хочешь нарисовать какой-нибудь портрет, как-нибудь рисунок для мамы. Потому что я ее люблю. Вдохновение – это когда кому-то идея приятная.